Здравствуйте. 26 октября 2021 года. Это перекресток улицы Матросова. Там вот видно на Угорское шоссе машины ездят. Это улица Полесская. Вот такой перекресточек. Ветрено сегодня, но солнечно. Погодка такая замечательная, солнечная. Это просто мне очень нравится. На перекрестке дом такой стоит. Вот куда он в Орле не был, полюбуйтесь, красавец. Красавец. Центр города в той стороне. Вот виден трафик. Машина едет по улице Лескова. Вот они там. Это улица Лескова. Так, ну эти дома еще советской постройки. Пройдемся немного. Остановка. Ну такой обжитой райончик. Немного подальше, чем центр, но все же неплохой такой. А в той стороне озеро Веселое находится. Я его снимал много раз. Так, и что тут у нас за магазины? Это Капитан, торговый центр, а Магнит, Магнит Косметикс, аренда, субаренда. Вот здесь, по-моему, был раньше магазин Поляна в прошлом веке, в конце, если я не ошибаюсь. Поляна, по-моему, так назывался. Сейчас Пятерочка. Мы сейчас посмотрим, что тут. Мороженое. Надо же, кто-то еще мороженое покупает. Товары для животных. Сладкоежка. Белорусские товары, выцветшая вывеска, овощи, фрукты. Там гаражный кооператив. А здесь такой маленький базарчик развернулся. Там улица Цветаева в той стороне. Базарчик маленький, там товара много. Эти дыни, арбузы, всякие яблоки. Там у нас выпечка, шашлык написано, хлеб тандыр. И даже рыба. И даже рыба, и вода. И зоомагазин, и Пятерочка, и бабушки с оленями. Вот такое местечко замечательное. Пишите отзывы, кто что. Дары морю, кстати. Кто что про это место знает, кто здесь жил, кто здесь был. А там у нас что, Полесская 28, Московский индустриальный банк. И там Орловский энергосбыт, компания. Можно, кстати, всякие электрические изделия купить. Я там как-то видел много их интересных. Ночнички всякие, розеточки, батареечки. В общем, такое вот небольшое обзорное видео, что на этой остановке находится. А там дальше памятник пожарным я уже снимал как-то. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий Загла.